От сотрудничества у нас должны быть определенные ожидания. Разрешать конфликты надо как можно раньше. Взгляни на меня и Мо. Раньше мы были близки, почти как братья. А сейчас оказались в тупике. И победителя не будет. Я вернулась. Ты подписала контракт? Нет, не подписала. Контракт получит тот, кто первый продаст. Какие хитрые. Зачем тебе ключ? Раз он у меня, можем в любое время привести туда клиентов на просмотр. Ты что-то придумала? Я знаю, голова у тебя варит. Слышали? Стоит поучиться у нее. Мотайте на ус. Работаем. Обзванивайте клиентов и предлагайте эту квартиру. Понятно? Конечно, понятно. И куда ты? Ты не обязана. Я хочу там убраться. Дайте взять. Она старается. Знает, как надо работать. Бегом и выдавайте. Да? Ванная без окна. Тянь, я думаю, эта канализация сильно воняет. Господин Ху, если честно, цена хорошая для такого состояния квартиры. А какая цена? 2 820 000. Если будете брать, мы скинем последнюю цифру. Вы говорите о 820 тысячах? Должно быть, вы шутите. Речь о 20 тысячах. Тянь. Если честно, сама видишь, здесь куча проблем. Если цена не снизится, продать будет сложно. Ты это, поговори с владельцем, 2,5 миллиона. Если устроит, заплачу сразу же. Я поговорю с владельцем, но не думаю, что он согласится. Я свяжусь с вами. Тогда до встречи. Спасибо. Увидимся. Пока. 2,5? Как он смеет торговаться? Привет, Мудя. Я опять опоздала на последний поезд. Могу у тебя остаться? Иду. Я с гостинцами, проходи. Красиво ты тут обустроилась, аккуратно и мило. Где мое фото? Завтра наклею. Если опять опоздаешь на поезд, сразу можешь идти ко мне. Я приготовила ключ, он на диване. Спасибо, без проблем. Мудя, квартира прелесть. Обычно такую квартиру можно взять в аренду за 5 000 в месяц. Говоришь, как оценщик. Я в этом разбираюсь, потому что у меня есть опыт. Мудя, мы можем сдать жилье в двойную аренду. Что скажешь? Снимем старую квартиру, отремонтируем, и арендная плата 1000 юаней в несколько раз увеличится. Заработаем кучу денег. Ты такая умная. Президент компании хотел стать моим спонсором. Угадай, сколько обещал дать. Сколько? Ты все равно отказалась. Это ад. Приятно, что у тебя высокие моральные качества. Мудя, послушай, не принимай такие предложения. У меня было много клиентов, которые хотели так разбогатеть, но конец всегда печален. Я не шучу. Быть любовницей плохо. В этом мире только один человек ненавидит их больше меня. Это моя мама. Будешь? Нет. Мы не можем получить деньги, которые нам не должны принадлежать. Шанс появится, если он будет наш, и его нельзя упустить. Да. Я готовлю иск башни рассвета. Можешь взглянуть? Это список, который, как я ожидаю, адвокат ответчика будет опровергать в суде. Ты адвокат ответчика. Давай репетировать. Ты обвинитель, но написала строки ответчика. Да тебе любая роль подвластна. А знаешь, кто адвокат ответчик? Гушен. Кто это? Ты не знаешь Гушеня? Ты же дипломированный юрист. Я им не работаю. Сейчас я в недвижке. Да и ты владелица. Пожалуйста, помоги мне, а? Это мое первое дело. Я хочу выиграть его или проиграть с честью. Конечно. Вставай. Всем встать, суд идет. Серьезно? Что ты делаешь? Встань. Адвокат, вам слово. Ваша честь, господа присяжные, я сотрудник юридической компании «Деньда», представляю «Рассвет-группу» в деле, связанном с некачественными материалами башни «Рассвета». Стой! Ты не представилась! Лимудя,
Продолжай. Согласно закону о строительстве, положению о строительных объектах и соответствующим законам, ответственность за качество несет строительная компания во время строительства. Иди, ты справишься. Мудя! Не забудь главное. Президент Ли просил не отступать и не сдаваться. Поняла. Увидимся. Вперед, повеселись там. Хорошо. Пока. Президент Ли. Я рассказала Мудзя, что вы хотите. Не волнуйтесь. Хорошо. Спасибо. После инцидента мы не сбежали, не переложили ответственность. Мы все исправили. Понесли ответственность за ущерб, связанный с качеством строительства. Но обвинение потребовало грабительскую компенсацию. Хотя у них не имеется юридических доказательств. Поэтому мы требуем Народный суд отклонить этот иск. Надеемся, что обвинение сочтет это разумным. Во-первых, адвокат не может решать, является ли компенсация высокой и есть ли доказательства. У нас есть достаточно доказательств того, что компенсация запрошена и обоснована на законных основаниях. Однако у ответчика отсутствуют доказательства, подтверждающие их позицию. 26-й параграф положения о строительстве указано, что строительная компания несет ответственность за качество. Ответчик несет ответственность за качество строительства башни рассвета. Ответчик должен оплатить экспертизу, демонтаж и возведение недоброкачественной постройки, а также все издержки, возникшие из-за приостановки строительства. Пойдете на мировую? Пойдем. Возражаем. Из-за разногласий вопрос о урегулировании снимается. Обе стороны должны предоставить доказательства по делу. На этом заседание окончено. Вскоре будет объявлено время нового заседания. Внимание! Всем встать! Рассвет Групп подали в суд на строительную компанию. Кажется... Определить виновного и ответственности легко. Но пока я не стала обвинителем, я не понимала, что за каждым делом стоят неожиданные и переплетающиеся проблемы. Господин Мо, надо доложить. Дороги. Господин Дороги. Мо. Президент. Президент. Мы же... друзья. Но ты подал на меня в суд и отказался от мировой. Разве это не жестоко? Мо, друг предал меня. Вот что жестоко. Будешь придираться ко мне? Весело тебе? Послушай, горожане уже ждут эту башню. Ты портишь репутацию. Разве это моя вина? Ты знаешь, что не прав. Рассвет Групп, зарегистрированная на бирже компания. Если не пройдем юридические процедуры, акционеров мне не успокоить. Поэтому нужна мировая. Ты же понимаешь это. Первое заседание, второе, дело не будет конца. Когда продолжим стройку? Ответь, ты ответь. Ты и строительная компания меня обманули, а потом лишь извинились. Я человек чести. Думаешь, я приму это? Хорошо. Лигуан. Я знаю, что ты думаешь. Знаю, что ты замышляешь. Слушай, внимательно. Пока я здесь, никто не будет управлять этой башней. Посмотрим.
Адвокат Ву? Привет. Господин Ву. Удзяндзю в командировке? Где Удзяндзю? Не могли бы оставьте ей записку? Записку? Может, глубины почты? Смотрите, ее нет. Удзяндзю! Играете со мной? Где Лимудзя? Хочу увидеть ее. Позвоните ей, она вам ответит. Господин Гу. Отличная актриса. Обещала облегчить задачу. Но оказалась враждебно настроенной. Кто тебя этому научил? Господин Гу, мой клиент отказался от мировой. Как юрист, я должна уважать это. Не будем спорить. Я работаю не только с Моа Констракшн, но и с господином Мо. Как юрконсультант, ты не решила проблему, а усилила противоречия. Ради своих амбиций. Дело легко не уладить. Ты нарушила договоренность, бессовестная. Господин Гу, вы представляете господина Мо. Представляете физическое лицо или Рассветгрупп, акционером которого он является. У вас есть агентский договор? Я тебя предупреждаю. Не стоит идти против Мо. Посмотрим, кто кого. Мудзя. Я своими глазами видел, что адвокат убежала, а ты стала ее щитом. Всегда хочешь быть с ней? Не твое дело. Нет, не мое. Я хочу напомнить. Президент Ли – ключ к решению этой проблемы. Не надо мне напоминать. Я адвокат Рассветгрупп. Он поддержит и поможет мне. Ну да, конечно. Как тебя, Нерон? Хорошо. Лучше, чем когда-либо. У тебя мятые брюки. Да-да. Поговорите с менеджером. Положи на стол. Пока. Простите, президент. Ничего. Присядь. Когда собиралась уходить, в офис пришел Гушен. Лимудзя встретилась с ним. Мне очень жаль. Это наша работа. Но я должна спросить у вас. Президент, когда вы хотите закончить битву с Мо? Можете дать мне подсказку? В этом-то и дело. Я пришел, чтобы рассказать, что Мо Дахай в прошлом году купил дорогую землю, но в процессе возникли проблемы, и ему надо их решить. Поэтому битва скоро закончится. Ясно. Отлично. Президент Ли, вы предусмотрительны. Нет, ты профессионал. Простите. Алло? Доу-Доу все еще в школе? Хорошо, поняла. Ладно, позже займусь этим. Ладно. Твой ребенок? Да. Мы закончили. Могу уйти? Простите. Всегда много дел. Я понимаю, спасибо. Спасибо. Увидимся. Контакты. Ли Баюнь, Лимудзя, Ли Цзилун. Госпожа Чень, я Тянь, недвижимость Мудзя, я на месте. Будете через полчаса? Да, без проблем. Жду вас.
Госпожа Чэнь, где вы? О. Не придете? Поняла, поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня? Порцию холодной лапши. Хорошо, садись. Я быстро. Квартира дешевая. Купишь, много заработаешь. Папа, ты глава нашей семьи. Алло, мама? Папа дома? А что? Мне сказать не можешь? Нужно с ним обсудить. Она хочет со мной поговорить. Иди, хочу уксус. И чеснока еще. Ладно. Доченька. Слушаю. Деньги нужны? Папа, слушай. Тебе, как главе семьи, пора принимать важное решение. У нашего агентства есть квартира, она недорогая. Владелец срочно продает. Хорошее соотношение цены и качества. Сделка отличная. Ты должен купить ее. Продай свою квартиру. Будут деньги на первоначальный взнос. Переедете с мамой в Пекин и будете жить со мной. Хватит. Ты помешалась на покупке квартир? Продать мою квартиру? Здесь наши корни. Хочешь их обрезать? Не смей даже заикаться об этом. Еще раз услышу. И я тебе не отец. Что она творит? Что происходит? Она хочет купить квартиру? Еще одну. Боже, Тянь, почему она... Как ты ее воспитал? Ты негодница. Иду. Это я, Тянь Рон. Я сама открою. Заходи. Еще работаешь? Да, еще не закончила. Чем пахнет? Лапша. Почему ты каждый день холодную лапшу ешь? Это вредно, но дешево и доступно. Почему не ешь? Аппетит пропал. Что такое? У меня есть ветчина в холодильнике, хочешь? Да. Уксус? Да, сейчас принесу. Аппетит, говоришь, пропал, точно? Мудя, ты работаешь как настоящая деловая женщина. Бизнес-вумен принесет тебе еще одно яйцо. Я ем твои яйца и использую твою маску. Мне стыдно. Если стыдно, можешь заплатить мне. Забудь. Ты можешь встретиться с Фань Хуапенем? Даже не мечтай. Да я просто. Пора снимать. Да, умойся. Мудзя, ты только встала или не ложилась? Я спала 4 часа. 4? Слушай, так и умереть недолго. Не проклинай меня. Мы приглашаем вас стать свидетелями свадьбы. Ван Юань Юань выходит замуж. Надо выслать конверт, и на чем мне сейчас сэкономить? Ты же предлагала стать ее подружкой невесты. Конверт можешь не давать, ты его можешь получить. Точно. Напишу ей. Серьезно? Привет, Юань Юань.
Поздравляю, получила сообщение. Я хотела спросить, подружка невесты нужна? Двоюродная сестра? Вот как. Ладно. Ничего, но если что, имей меня в виду. Да, увидимся. Запасная. Можно дать половину? Сумасшедшая, такая нахалка. Ты хоть знаешь, как мне тяжело работать? Быстро действуй, вежливо говори, нахальное лицо. Молодец. Но мало кто меня ценит. Знаешь, наше агентство продает дешевую квартиру, очень-очень дешевую. Хотела, чтобы родители купили. Но они разозлились, грозились отречься от меня. Я тоже не куплю или отрекусь. Жемчуг повсюду, но его надо поискать. Господин Ли, проходите. Давайте проведу экскурсию. Здесь две спальни квадратной формы. Дом малоэтажный, поэтому площадь большая. Это спальня? Довольно. Знаю. Я куплю. Я куплю квартиру. Без торга. Хорошо? Хорошо. Господин, покупка это серьезно. Советую привести семью, показать квартиру. Квартира не идеальная. Рядом высотка. Видите там... Послушай, я покупаю. Я не такой, как другие. Если цена хорошая, с проблемами я смирюсь. Я не буду здесь жить. Инвестиции? Сдавать. Залог 50 тысяч. Хорошо. Говоря об инвестициях, господин Ли, у вас есть карта банка Хэнхуэй? Зачем? Рекомендую подать туда заявку на кредит. Быстро получите карту с высоким кредитным лимитом. Так у нас точно не возникнет проблем с переводом. Тянь. Тянь, Рон. Давай буду звать тебя Тянь. Ты такая внимательная. Все предусмотрела. Спасибо, господин Ли. Клиенты прежде всего. Идемте подпишем контракт. Ли Мудзе, адвокату У следует проверить, нет ли в этом документе недопустимых выражений. Хорошо? Ясно. Верни мне его к 5. К 5? Хорошо. Спасибо. Ты в порядке? Господин Джоу, скоро начнется пресс-конференция. Башня Рассвета снова окажется в эпицентре бури. Но я обещаю, я устрою бурю, но и усмирю ее. Ли Гуан. Спасибо. Не за что. Адвокату? Ну как, все хорошо? Не начали? Пока нет. Внимание! Мы благодарим всех журналистов за этот визит. Пресс-конференция скоро начнется. Прошу тишины. Спасибо. Простите, простите, я задержался на 5 минут. В благодарность за терпение каждому бесплатный ужин в любом ресторане «Рассвет Групп». Здорово! Если честно, эта конференция действительно ужасна. Так случилось, что строительство башни Рассвета было приостановлено. Потери неизмеримы. Сегодня мы не будем показывать СМИ, как много мы потеряли. Я хочу вас уверить, мы справимся с потерями. Но мы не станем игнорировать проблемы с качеством строительства. Спасибо. У меня есть для вас хорошие новости. Рассвет Групп скупает... Адвокату, у нас проблемы. Когда строительство в Пекине завершится, мы начнем строить новую башню в Нью-Йорке. Останьтесь, или все усложнится. Следите за журналистами. Уверен, это сделал Мо Дахай. Адвокату, спасибо.
Мудя, готова? Госпожа, прошу, дайте свое удостоверение и документ собственности. Я сделаю копию. Да, да, хорошо. Вот. Хорошо, в папке. Да. Да. Хорошо, прошу, подождите. Номер карты. Тянь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы опоздали? Нет, нет, вовремя. А это? Мой сын взял обучить. Здравствуйте, я Тянрон. Привет, Ли Ваньбин. Господин Ли. Я взяла для вас номерок. Скоро ваша очередь, можно там подождать, а я буду здесь. Владелец будет здесь. Так сэкономим время. Все продумала. Учился бы у нее. Хорошо? В семье только один глава. Тебя хватит. Взгляни на него. Я подожду здесь. Да. Идемте. Госпожа, мы завершили сделку. За документами приходите через неделю. Я пойду с вами, господин Ли. Она хороша в своей работе. Где ваш муж? В туалете. Подожду в машине. Хорошо, увидимся. Пока. Господин Ли, идемте в банк за подарком. Я обратилась к ним по поводу кредита. Кредит сложно получить. Как тебе удалось? Ты молодец. Ну что вы, обращайтесь, если захотите продать или купить жилье. А где моя сумка? Сумка! Я забыл ее. Что? Хорошо, я схожу. Я знаю место. Черная сумка, да? Да, вот такая. Ясно. Гляди, что ты натворил. А? Зачем ты здесь? Чтобы учиться? Но ты целый день играешь. Посмотри на тень. А? Пап, я чувствую, что ты не учиться меня позвал. Разве это не свидание вслепую, так? Она милая, мне понравилась, я женюсь на ней. О чем ты? Женишься на ней? Она ведьма, ты ее знаешь. Она намного умнее будет тебя. Сможешь ли ты ее контролировать? Господин Ли, господин Ли? Ваша сумка? Да. Тянь, ты такая умная и шустрая. Мне пора, работа. Но... У моего сына есть девушка. Будет одинок, попрошу его с тобой встречаться. Нет. Кто? Я? А. Да, ты. Простите. Алло, счастливая невеста. Рон, срочно, у моей сестры ветрянка. Будешь моей подружкой невесты? А? Она в порядке? Вполне. Конечно, я смогу. Не волнуйся. Что такое? Кто-то женится? Я подружка невесты. Говорят, если будешь подружкой невесты, то замуж сама не выйдешь. Мне все равно, могу ли я выйти замуж. Мне и одной хорошо. А твои родители не переживают? Переживают? Но что они могут? Ничего не делают? Круто. Они отпадные. Восхищаюсь ими. Твои родители продвинутые. Откуда ты родом? Я в Пекине учился. Ты взрослый, стой ровно. Пошли. Простите. Ничего. Простите. Все будет улажено, как мы договорились. Господин, не волнуйтесь. Увидимся. Будьте осторожны. Хорошо. Увидимся. Президент Ли, почему вы здесь? Адвокату ушла. Тебя искал. Я за машиной. Что с пальто? На меня пролили немного кофе. Меня искали? Да, тебя. Ты помогла мне, хочу угостить ужином. Мне надо на работу, и я должна... Попроси кого-нибудь. А... Я считаю, ты прошла через многое из-за этого дела. И легче не стало. Я ценю это. Это моя работа. Я просто обязана пройти через многое. Президент, я хочу задать вопрос. Прошу.
Я всего лишь рядовой сотрудник, но вы очень заботитесь обо мне. Что вам от меня нужно? Нужна какая-то информация? Не думаю, что ты владеешь необходимой мне информацией. Бессмысленно тебя вербовать. Итак, поужинаем? Похоже, вы откровенны. Я согласна с вами. С ужином откажу. Предположу, что вы заботились обо мне, потому что я вела ваше дело. Но теперь вы можете поручить дело более опытному юристу. Я не обижусь. Но если вы дадите мне шанс, я сделаю все возможное и не подведу вас. Вперед! Президент Ли, дело... Оно все еще твое. Спасибо. Адвокату, боже, почему ты здесь? Мы записали наши переговоры с рабочими. Я приехала структурировать доказательства. А вы почему не с Доу-Доу? Он ложится в 9. Если не закончу сегодня, то пришлось бы завтра с утра приходить. Но это... Ты... Я сделаю. Спасибо. Алло. Адвокату. Что с тобой? Так далеко? Почему звонишь мне? Я хочу спросить, голодны ли вы? Говорят, я готовлю самую лучшую лапшу. Пробуй. Я не могу отказать? Вкусно. Ты же не попробовала еще. Мне нравится, как ты умасливаешь меня. Она и правда вкусная. Я знаю, иногда ты глупая, но милая. Поэтому ты нравишься Ли Гуану. Я не... Нет. Я говорю то, что вижу. Вскоре ты обнаружишь, что влюбилась сама того, не заметив. И это точно случится. Итак, если ты что-то чувствуешь, я советую действовать. Но не мешай работу и личное. Так что не теряйся в любви. Если попадешь в любовную ловушку, случится беда. Адвокату, вы слишком много думаете. Я совсем разберусь. И как? Я? Дайте мне минутку. Ладно, внеси это в отчет. Отправь мне, я проверю. Ладно, ладно. Знаешь, почему я тебя наняла? Я знаю свои преимущества. Вы думаете, что я храбрая и смелая? Думаете, что я бесстрашный первокурсник? Просто в тот момент... Ты неподвижно стояла передо мной. И я почувствовала от тебя какое-то невероятное тепло. В тебе чувствовалась чистая страсть. Потому что люблю юриспруденцию. День-да, ведущая юридическая контора. Я хочу стать отличным адвокатом. И я не единственная. Другие от тебя тоже не откажутся. Я чувствую, что тепло... Такое... Ты солнце. Яркое солнце. И мне хочется сказать... Ладно, попробую. Я правильный человек. Я никогда не подведу. Буду усердно работать. Ладно, я посмотрю, как ты усердно работаешь. Поприветствуем невесту и ее отца. Просим. Аплодисменты. 25 лет назад малышка издала свой первый крик.
Отец держал ее на руках. Он чувствовал, что она драгоценный бриллиант его жизни. Но вдруг маленькая девочка повзрослела. Она станет женой, матерью. У нее начинается новая глава ее жизни. Жених, если ты готов, то вручи ей букет цветов, как знак любви. Поаплодируем. Вот они и встретились. Жених, прошу, поклонись ее отцу, чтобы поблагодарить его. Спасибо за аплодисменты. Сегодня отец, водивший ее в школу, передает свою девочку этому мужчине. Туфли натерли. Посижу. Больно? Нет. Ведущий жутко серьезный. Церемония такая напряженная. Я как-то себе представляла, что будет, когда я выйду замуж. Кто отведет меня к жениху? У меня нет отца. Едино нет. Что так нельзя? Протри. Я не плачу. Знаю, это не слезы. Мы до слез рады этой свадьбе. А разве не так? Здорово. А теперь, как говорится... Не твоя очередь. Иди бегом, не профессионал. Чем больше аплодисментов и криков в их честь, тем счастливее будет их семейная жизнь. Вы лучшие! Молодцы! Мама, как тебе? Очень хорошо. Но ты пропустил две ноты. Могу еще раз сыграть? Не надо. Ты молодец. Что бы ты хотел получить? Купим игрушку на выходных? А можно к папе на выходных? Соскучился? А мне можно по нему скучать? Конечно, можно. Давай так. Иди попроси тетю нарезать тебе фруктов, а я позвоню твоему папе. Хорошо? Хорошо. Иди. Алло. Это я. Свободен в выходные, приходи к Доу-Доу. Хорошо. В субботу у него рисование. Забери его в 10 утра. Понял. И еще. Я получил сообщение страховое. Надо оплатить страховку Доу-Доу. Он и твой сын. Не можешь оплатить ему страховку? Так дорого. Если отдашь загородный дом, я буду содержать Доу-Доу. Мечтай. Свадьба — это тяжелый труд. Хозяйка пришла. Еда офигенная. Каково быть подружкой невесты? Не надо платить, и я ем бесплатно. Разве не круто? В этом вся ты. Слышала, у жениха есть квартира на 150 квадратов с тремя спальнями в районе 4-го кольца. Юань-юань, можно не работать. 150 квадратов в районе 4-го кольца? Да, она выиграла в лотерее. Не всем повезло получить такого жениха. Это брачная собственность. К невесте это не имеет отношения. А ее могут вписать в собственники? Она может это сделать. Но это не так уж и просто. Женихи сплошь подкованные. Лучше купить квартиру в браке. А стоит ли покупать при нынешних ценах? Конечно, время подходящее, послушайте. Инвестиции — это риск. Недвижимость – самый безопасный вариант. Квартира есть квартира. Это так называемый основной капитал. Ты сейчас сдаешь комнату, поэтому для тебя это и не рискованно. Поставь себя на наше место. У нас нет ни имени, ни денег. Точно. Мы не в курсе, где сейчас строят дома. Я хочу свою квартиру, но только подешевле. Да. Как я вижу, Рон будет богата. Надо следовать за ней. Рон, теперь ты наш кумир. Да. Когда разбогатеешь, купи нам по квартире.
Купить по квартире? Может, сразу по зданию? Как он посмел? Они такие нахальные, упускают возможность. Мне нелегко досталась моя квартира. Родители многим пожертвовали. Я ела лапшу из-за платежей, они не знают, насколько мне тяжело. Рон, прекрати жаловаться, они завидуют. Сегодня я поняла, что между людьми возникает барьер и куча проблем из-за квартиры. Хотя мы и учились вместе. Но как только появляется барьер, мы уже становимся чужими. О чем ты? Ты же меня понимаешь? Конечно. Сходи за покупками. Зачем? Купи вещи, а потом пополни. Какая же ты расчетливая! Молоко. Уверена? Да. Что такое?成为最幸福的人。